Здравствуйте, мы находимся на мельнице Престон Милл. Престон Милл – это водяная мельница на реке Тайн и находится в деревне Престон, которая прилегает к восточному Линтону. Мельница здесь находилась с 16 века. Настоящая мельница относится к 18 веку. Она использовалась в коммерческих целях до 1959 года и производила овсянку. Мельница все еще находится в рабочем состоянии. В 18 веке мельницу поддерживал инженер Эндрю Мейкл. В 1948 году мельницу затопило, а в 1950 году местный землевладелец передал мельницу Национальному фонду Шотландии. Водяная мельница – это гидротехническое сооружение, использующее энергию воды, поступающую на водяное колесо, движение которого выполняет полезную работу, обычно посредством зубчатой передачи, в отличие от ветряной мельницы, использующей энергию ветра. Традиционно водяная мельница применяется как устройство, использующее водяное колесо или водяную турбину для осуществления таких механических процессов, как помол зерна, заточка, дубление, резка и ковка. Использование водяной мельницы долгие годы оставалось незаменимым при производстве многих материальных благ, в том числе муки, пиломатериалов, бумаги, текстильной продукции и металлических изделий. На момент составления книги Страшного суда в 1086 году на территории Англии насчитывалось около 5624 водяных мельниц. Согласно более поздним данным, в Англии в то время существовало 6082 мельницы. И не все мельницы севера Англии были учтены. К 1300 году число водяных мельниц, находящихся в использовании, возросло до 10-15 тысяч. Престон Милл состоит из печи, мельницы и дома мельника. Колесо мельницы датируется 1909 годом. Мельницу очень любят посещать художники и фотографы. Она также использовалась в съемках фильма «Чужестранка». Видать, под колесом что-то застряло. Спущусь туда. Попробую вытащить. Что? Но... Джейми, ты замерзнешь насмерть. Скорее всего. Но хоть лепешек приличных на поминках отведаете. Интересно, что там было. Новенькая рубаха. Как же ее угораздило попасть в мельницу? Это Шотландия, сэр. Дамы? Спасибо вам, сэр.
шотландский гид, расскажет нам о работе Preston Mill. We drawn in here and we have the fire bomb. As I say fire, it was more a coal oven. But it would have been in the entire floor of the kiln, which would have been covered in coal. This is just for show. But you will remember getting the sheet of paper and drawing it, put it up against the fire, you know, to draw the fire. That's exactly what the steel plate is for. Now, one of the aspects I pointed out about the kiln is the fact that it leans to one side. Sorry. A bit like the Leaning Tower of Pisa. And the reason for that, if you look at the wall here, you'll see the flooding that took place over the years. And these are only the recorded floodings. So the ground is very soft, so if you look at the weight of that building, it's solid sandstone. Well, not solid, but you see what I mean. So it sunk, so they had to put up the supports all the way around to stop it from, you know. 1948, the water level reached up to here, and you can see the different levels. This one I remember because a friend of mine, our friends, they lived in Harrington. Katrina woke up in the morning, opened the curtains and looked out and asked her husband had he moved the house because the water had come right up. We actually have a mark inside where the level of the water came up 3 weeks ago, to about here. So you know, we had to close it for a few days. If we come down here, the River Tyne goes just under the bridge. We know that there are otters, herons, there are kingfishers, and we know there are fish in the river. But up at the lead, which draws the water off down into here, this is the mill pond. It's just basically a reservoir. This would be full. The miller would open the sluice here, let the water run through. From the inside of the mill, he'd open the paddle gate, which would let the water run through to the wheel. And depending on how far open, it would depend on the flow. На этом я и заканчиваю свой рассказ. Встретимся в следующих выпусках. Не пропустите!